Большинство родителей общаются со своими детьми, они общаются с образом таким вот, который они создали по поводу своего ребенка, они как-то сформировали к нему свое отношение. Это вот как с собственными детьми, даже не замечаешь, как они растут, да, но вот ты там месяц, они где-то, значит, путешествуют, потом возвращаются, и ты такой думаешь, боже, вот, но этих месяцев было очень много. И мы этого не замечаем, мы формируем отношение еще к младенцу, дальше оно как-то там реформируется, после этого мы с ним живем. А ребенок на самом деле, считайте, что прилетают инопланетяне, забирают этого, привозят другого, вот, и вам нужно с ним решать новые задачи и так далее. И это связано не с какой-то такой абстрактной психологией, это связано непосредственно с мозгом ребенка, с его нейрофизиологией. Мама, если она находится в депрессии, если она страдает от панических атак там, или навязчивости там, или еще чего-то, то конечно, это повредит психику ребенка. Вот. Поэтому в вашей непосредственной коммуникации с ним, ну, не может мир испортить, как бы, то, что в нем живет. Вот. Там, вот. Но вы сами можете быть миром травматичным, если вы страдаете какими-то психологическими проблемами, психическое состояние ваше неустойчивое, имеете какие-то пограничные психические расстройства там, и так далее. Или когда значимые люди создают ощущение небезопасности, создают ощущение риска, создают угрозы там, и так далее, и так далее. Когда ребенок становится в каком-то смысле разменной монетой в отношении между родителями, вот это все травмирует психику ребенка. Вы со столом поговорите, со стулом, вот почувствуйте неловкость, вот, как бы. Вот. Потому что действительно то, что мы пытаемся ему донести, это же не слова, это смыслы, которые за ними стоят. А эти смыслы-то, они как бы нажиты нами с течением опытом, знаний, практики, собственных ошибок, которые мы уже все позабывали, потому что мы очень любим забывать собственные ошибки, вот, и так далее. Но оно все было, вот это, эти смыслы были сформированы. Вы не словами думаете, вы думаете значениями этих слов. Значения этих слов у вас формируются в течение всей жизни предыдущей. Вот. И в этом смысле ребенок, добиться от него с помощью речевого жанра, значит, результаты невозможны. Значит, но вы можете менять средовые факторы, то, что на него воздействует.